Здравствуйте! На канале ФКТ «Время новостей» в студии Инга Габеша. И вначале коротко о некоторых темах выпуска. В Сочи на сотрудника ДПС напали с ножом. ЧП произошло накануне в Кудепсте. Во всех церквях курорта к Пасхе появятся рамки досмотра и охрана. Такое поручение дал Анатолий Пахомов на заседании антитеррористической комиссии. В Сочи могут начать действовать электронные визы. Об этом стало известно на открывшемся сегодня Всероссийском турагентском конгрессе. Звери, стоящие на грани исчезновения, собраны в Сочи. Завтра откроется выставка «Последний след, ведущий к свету». В Сочи на сотрудника ДПС напали с ножом. Полицейский получил 5 ножевых ранений. ЧП произошло накануне днем в поселке Кудепста. Сотрудники ДПС остановили машину для проверки документов. Водитель, предъявив права, вышел из автомобиля и нанес одному из полицейских несколько ножевых ранений. Напарник, пытаясь задержать нападавшего, сначала выстрелил в воздух, а затем в пытавшегося убежать злоумышленника и ранил его, сообщает краевое следственное управление. Раненый сотрудник ДПС и водитель находятся в больнице. Возбуждено уголовное дело по статье «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов». В сочинских храмах должны быть обеспечены меры безопасности. Во всех церквях курорта к Пасхе должны появиться рамки досмотра и физическая охрана по периметру. Такое поручение сегодня дал Анатолий Пахомов на расширенном заседании антитеррористической комиссии города. Все подробности у Ольги Десятовой. В зале Зимнего театра нет свободных мест. На расширенное заседание антитеррористической комиссии пригласили всех тех, кто так или иначе отвечает за безопасность. В школах и больницах, торговых центрах и вокзалах, в санаториях и отелях, на улицах Сочи. Кроме того, представителей общественности. Проблема антитеррористической безопасности в городе-курорте не теряет своей актуальности никогда. Но этот вопрос сегодня стоит особо остро в связи с событиями в северной столице. За каждым терактом стоит конкретный человек, отмечает мэр Анатолий Пахомов. А значит, неизвестных для полиции людей в Сочи быть не должно. Только появляется новый человек в садоводском товариществе, о нем должен знать участковый. Не получилось дозвониться до участкового, обязательно позвонить на 02. Если это касается предприятия, каждый руководитель каждой отрасли, или это отрасль торговли, либо это отрасль санаторно-курортная, либо это отрасль транспорта, либо это просто обычный ларек, лоток, и там есть кто-то, который приехал в город или просто в городе живет, и он стал работать там, вы обязаны просто передать о нем информацию. Проверки на предмет наличия рамок досмотра и физической охраны по системе «Тайный гость» и «Тайный посетитель» уже прошли и продолжаются во всех отелях и объектах торговли курорта. В целом ряде магазинов и торговых центров и даже в 5-звездочных отелях безопасность порой практически на нуле. Срок на исправление недочетов – неделя. Отдельный разговор о безопасности в школах и больницах, где ЧОПы зачастую подходят к своей работе формально. Все ЧОПы всех учреждений образования, здравоохранения, культуры должны быть под особым контролем, каждодневным. И эту работу нужно начать буквально с сегодняшнего дня. Постоянный мониторинг работы ЧОПов. Меры безопасности должны быть обеспечены и в городских храмах, куда на Пасху уже через неделю придут тысячи верующих. В каждой церкви и приходе появятся рамки досмотра, а по периметру будет обеспечена охрана сотрудниками полиции. В Сочи не должны допустить египетского сценария, где в вербное воскресенье в результате двух взрывов в церквях погибли несколько десятков человек. Еще около сотни получили ранения. В целом же, как отметили на совещании, антитеррористическая защищенность в городе обеспечена на достаточно высоком уровне. Тем не менее, от бдительности каждого жителя зависит безопасность всего Сочи. Ольга Десятова, Николай Тихонов, телекомпания ФКТ. Сочинцы почтили память жертв теракта в Санкт-Петербурге. На курорте прошел митинг «Мы вместе против террора». Площадь у Южного Мола впервые объединила сочинцев по столь печальному поводу. Участниками митинга «Мы вместе против террора» стали около 5000 человек. Пришли потому, что не могли и не хотели оставаться в стороне. Память погибших при взрыве в метро в северной столице почтили минутой молчания. После в небо были выпущены сотни белых воздушных шаров в память о жертвах этого чудовищного события. Сегодня такой день, что мы должны быть все вместе. Мы выражаем скорбь тем, кто погиб, и хотим, чтобы такого больше не
не вот происходило в России и в мире. Теракт – это самое большое зло, по-моему, которое нельзя никак от него избавиться. Никаким образом. Не предугадать. Я не знаю, как наши эти справляются. Мы до сего момента думали, как хорошо, что у нас этого не было. В всей Сирии, с тем, что во всем вы сами знаете, и в Берлине, и где только не было эти теракты. Захотелось как-то, знаете, почувствовать объединение с другими людьми, потому что сегодня мероприятие, чтобы мы объединились против террора, и как-то все люди должны быть вместе. Со сцены к участникам митинга обратились представители общественных объединений, национальных общин, организаций участников и ветеранов боевых действий. Они отметили, что терроризм – это общая проблема всего человечества, и только объединившись, с ней можно бороться. К другим новостям. Чартерные рейсы из Европы в Сочи могут появиться уже в скором времени. Ростуризм, власти курорта и МИД активно работают по упрощению выдачи виз иностранцам и продвижению въездного туризма. Об этом шла речь сегодня во время пленарного заседания в рамках Всероссийского турагентского конгресса. Какие еще вопросы будут обсуждаться на протяжении 4 дней, расскажет Татьяна Говоркова. Зимний сезон в этом году показал хорошие результаты. Количество туристов, посетивших города России, увеличилось на 9%. Только в Сочи за зимний период побывало свыше 1,5 миллиона человек. Такие показатели – результат успешной работы не только туроператоров и агентского сообщества, но прежде всего активной деятельности мэра курорта, подчеркнул глава Ростуризма. За этот год на территории города пройдет более 200 событийных мероприятий, большая часть летом. А значит, интерес туристов к Сочи по-прежнему высокий, и есть все шансы на успешный летний сезон. Позитивный взгляд на высокий туристический сезон этого года. Я думаю, что он пройдет успешно, будет высокая загрузка, активное действие и деятельность Анатолия Николаевича, проведение различного рода таких мероприятий, они, конечно же, способствуют успешному проведению высокого туристского сезона. Анатолий Николаевич действительно, я считаю, пожалуй, один из самых таких креативных, энергичных мэров, который активно продвигает свой родной город, и я считаю, что Анатолий Николаевич является примером того, как нужно развивать и продвигать туристскую индустрию в масштабах всей страны. Сейчас на правительственном уровне решается вопрос по расширению возможности использования электронных виз, ведь большинство иностранных туристов испытывают сложности при поездках в города России. При этом Анатолий Пахомов отметил, что Сочи в первую очередь курорт для россиян. Этим летом в южную столицу полетят не менее 30 дополнительных чартерных рейсов из крупных российских городов. В активной разработке направления из Европы Сочи интересен иностранцам, поскольку предлагает безопасный отдых, интересные и доступные пакетные туры. Интерес огромный к Сочи, и этот интерес и из других стран, и мы этим дорожим, гордимся, стараемся, чтобы он и продолжался, но при этом приоритет отдадим российскому туристу. Событийных мероприятий много, очень много. Это тоже турпродукт, это тоже продвижение нашего курорта, и вот это создается как раз для этих целей. То, что есть в Сочи, это инфраструктура и предложение, где оптимальное соотношение цена и качество необходимо внедрять во всех регионах страны. Работать еще есть над чем. В разработке ведения электронных турпутевок также нужно продолжать борьбу с демпингом цен и снизить проценты от комиссии турагентов. Декларируя там льготы, преимущества, приоритеты, на деле зачастую мы видим увеличение налогового бремени, дополнительные финансовые бремя, которое опосредственно все равно переходит на потребителя. И делает наш бизнес более сложным, а в итоге менее конкурентоспособным. Борьба за российских туристов с каждым годом становится сложнее. О новых реальностях туристского рынка, его основных тенденциях и планах на будущее и будут говорить участники 2-го Всероссийского турконгресса. Эксперты представят свои предложения и выстроят диалог не только между бизнесом и территориями, но и между органами власти. В результате будет выработана резолюция по принятию консолидированных решений. Татьяна Говоркова, Демид Даниловский, телекомпания ФКТ. Кубанским школьникам организуют бесплатный просмотр картины «Время первых». Фильм рассказывает о выходе человека в открытый космос. О том, как возникла идея снять эту ленту, продюсер и исполнитель главной роли Евгений Миронов за чашкой чая рассказал губернатору Вениамину Кондратьеву и вице-губернатору Анне Миньковой. Артист приехал в Краснодар в рамках презентации картины. Губернатор вместе с Евгением Мироновым посмотрели отрывки из фильма. Вениамин Кондратьев признался, что полностью фильм еще не видел, но в ближайшее время посмотрит со своей семьей. Я посмотрю эту картину, тем более они так много говорят и пишут, и я еще не встретил никого, кто бы сказал бы что-то плохое об этом фильме. И если на самом деле это тот фильм, за которым мы так соскучились, то я думаю, не только я как чиновник его посмотрю, я уверен, многие чиновники его посмотрят.
фильм вышел в прокат в преддверии праздника Дня космонавтики. Для продвижения ленты в стране проводятся различные акции, отметил Евгений Миронов. Для создателей картины важно, чтобы ее увидели как можно больше людей. Сюжет основан на реальных событиях, происходивших во время и после полета космонавтов Алексея Леонова и Павла Беляева в 1965 году. Как отметил глава региона, это живая история, и в учебниках такого не напишут. Этот фильм о нашей стране. На самом деле мы где-то забываем, что это наша страна, которая сама собой не создавалась, а создавалась с людьми, которые на самом деле сделали ее великой, эту страну. И отчасти где-то многое сегодня забывается, потому что или кому-то выгодно забывать, или мы вот как те, которые не помнят родства, в том числе и своими предшествующими поколениями, предками, которые сделали нам и передали ту страну великой. Поэтому ваш фильм об этом, и я хотел бы, конечно, чтобы его посмотрели как можно больше сегодня, мальчишек именно и девчонок, потому что вот они сегодня должны понимать, что они потомки этого великого народа. Сегодня не хватает фильмов о нашей стране, о великом прошлом, о наших победах. Все вот так, как вы, представители власти, поддерживали искусство, культуру и кино. Потому что без поддержки на самом деле в регионах это очень сложно для нашего кино. И то, что вы говорите, это общее наше дело, я с вами абсолютно согласен. Потому что это не кино про прошлое. Безусловно, герои это делали в 1965 году. Это про них, про нас и про них. Вениамин Кондратьев и Евгений Миронов также обсудили вопросы поддержки отечественного кинематографа и развития региональных театров. Новая зона отдыха появилась в Динском районе. Там разбили первый парк в честь 80-летия Краснодарского края. Во время всекубанского субботника вместе с местными жителями деревья высаживал глава региона Вениамин Кондратьев. На 3,5 гектарах теперь растут липы, платаны и сосны. Всего более 230 саженцев. Осенью планируют высадить еще больше. Кроме того, по проекту там появится спортивная площадка, игровая зона для детей, велодорожка и амфитеатр, где будут проводить праздники. Не каждый сегодня район может похвастаться, что заложен такой парк. Парки всегда закладывались нашими предками, они и сегодня должны закладываться нами. Потому что сегодня, когда мы входим в красивые парки Краснодара, да и в Динской есть красивые парки, конечно, вот эта связь не то что поколений, а связь труда, который был всегда на Кубани, ты ее ощущаешь. Потому что любой парк, и этот парк потребует очень много труда. Очень много, чтобы и деревья-то выросли. Мы сегодня не парк даже заложили, мы жизнь новую заложили для наших последующих поколений. Новую аллею в честь юбилея края заложили и в Краснодаре. В парке 30-летия Победы деревья высаживали вице-губернаторы. По поручению Вениамина Кондратьева зеленые зоны к праздничной дате появятся в каждом муниципалитете. Сегодня уже определены земельные участки под их закладку. В воскресенье состоялись дебаты зарегистрированных участников предварительного голосования «Единой России» по региональному избирательному округу. Это Сергей Елец и Дмитрий Лебедев. По сочинскому одномандатному избирательному округу заявлен Виктор Тепляков. Тема дебатов – экология и защита окружающей среды. Год экологии определил и тему дебатов. Экология и защита окружающей среды – это тема как никогда актуальна для Сочи. Курорт выполнил обязательства перед МОК по рекультивации свалок. Сейчас город активно ведет работу по выявлению нелегальных сбросов сточных вод. Море, по оценке экспертов, в Сочи чистое, но за его состоянием надо следить постоянно. Участники дебатов говорили о путях решения экологических проблем в дальнейшем. Всегда город Сочи славился чистым морем. Сейчас эта проблема существует, особенно в связи с тем, что у нас много частных гостиниц, которые сбрасывают отходы. Защита Черного моря. Это серьезная программа. Включились наши депутаты Госдумы, наши коллеги, которые на сегодня продумывают, как эту программу грамотно реализовать и как выделять отдельной строкой средства, благодаря которым у нас будут сохраняться наши пляжи и наша уникальная флора и фауна. У нас есть команда, есть программа, с которой мы бы могли бы в виде квеста приглашать школьников, студентов, молодое более и старшее поколение, когда бы мы выходили бы на улицу и говорили, устраивали соревнования,
соревнования по тому, на знание энергосбережения заданий, на знание о том, как нужно сортировать правильно мусор. После выступления участники предварительного голосования отвечали на вопросы групп поддержки оппонентов. Это были первые дебаты. Завершатся они 21 мая. А уже 28 мая у всех сочинцев, независимо от партийной принадлежности, будет возможность принять участие в предварительном голосовании. Оно пройдет на 43 избирательных участках. Мы здесь показываем всем избирателям, всем жителям, желающим посмотреть, кого же подбирает партия «Единая Россия» на выборы, кого выдвигает, скажем, или собирается выдвигать. Дебаты помогают увидеть, скажем, мнение наших кандидатов по определенным наиболее важным для жителей вопросам. Накануне прошли дебаты в Адлерском районе города. Кандидаты высказывали свое мнение на темы экономика и промышленность, ЖКХ и санаторно-курортный комплекс. Сами же выборы депутатов в законодательное собрание края пройдут в начале осени 10 сентября. Елена Овсецина, Демид Даниловский, телекомпания ФКТ. Состоявшийся в Сочи в прошлом году благотворительный фестиваль «Ангелы природы» дал старт новому международному движению. В этом году он продолжился также в защиту природы и здорового образа жизни детей. На этот раз площадкой для его проведения был выбран парк «Ривьера». Вот только похолодание и дождливая погода помешали организаторам развернуться шире, чем в прошлом году. Началось все с мастер-классов. Было прохладно, сыро и дождливо, но участники акции согревались делом. Фестиваль благотворительный посвящен году экологии, и его участником мог стать любой посетитель парка. Мы разукрашиваем рыбку из массы для лепки. Масса для лепки, оно как бы из муки и водички состоит. И детки разукрашивают по образцу, ну, насколько хватит фантазии. Первым послом доброй воли этого движения стал Ник Вуйчич, выступивший в Сочи с открытым экологическим уроком. В фестивале идею создания международного движения поддержали многие видные деятели России, ведущие активную благотворительную и социальную работу. Здравствуйте! Пожалуйста, озеленим нашу планету все вместе. Бесплатно сочинцы могли получить семена цветов, чтобы наш зеленый город стал еще более цветущим. Всего в дни проведения фестиваля в Сочи будут высажены семена растений, предоставленных Московским международным фестивалем ландшафтного искусства «Сады и люди». Сегодня запланировано, кроме мастер-классов, еще и посадка эвкалиптов, прием детей 40 человек в «Зеленые пионеры» Всероссийской организации «Зеленая Россия». Также эти деревья мы сажаем в честь погибших воинов, ветеранов сочинцев. Также каждая школа получит саженец дерева и семена цветов, а еще книгу «Азбука природолюбия». Это увлекательное пособие для учеников младших классов, позволяющих детям в легкой форме познавать окружающий мир и с малых лет беречь природу. Елена Овсецина, Демид Даниловский, телекомпания ФКТ. Звери, стоящие на грани исчезновения, собраны в одной анималистической выставке «Последний след. Ведущий к свету». Автор портретов редких диких животных – москвичка Анастасия Дубач. Но родилась и выросла художница в Сочи. Выставка необычная. Художник предлагает не только посмотреть на орла или медведя, но и услышать их. Большая часть работ, посвященная животным, занесенным в Красную книгу, написана в Кавказском природном биосферном заповеднике. Именно здесь Анастасия создавала образы для произведений. Дикий, серый, бурый, горный, степной, благородный, хищный. В целом же все эти звери, собранные в одну серию работ из самых разных уголков нашей страны. К примеру, зубр художницей написан в Рязанском заповеднике. Хотелось показать людям, что мы можем потерять и что у нас сейчас есть, чтобы сохранить это для наших потомков, чтобы могли они видеть их, ну, в будущем. Кроме биологической точности и индивидуального характера, автор наделила каждое животное аутентичным голосом. Уже завтра на открытии выставки в Зимнем театре рядом с каждой картиной будет смонтирована кнопка, нажав на которую можно услышать звуки природы. Уверяю вас, звуки интересные. Допустим, волки, они не только воют, да, еще там и могут скулить, и даже гавкать немножко. Когда ты пишешь, ты передаешь только образ животного, а хочется передать как 3D-картинку, да,
когда можно не только увидеть, но и услышать, чтобы представить себе общую картину. Вообще Анастасия Дубач – современный художник-маринист, но вот уже несколько серий картин она посвящает животным. И выставка «Последний след» – это привлечение внимания к проблемам животных и проявление своей гражданской позиции. Написаны же картины в новой технике полупрозрачной живописи. То есть животные на картинах медленно проявляются или, наоборот, исчезают с холста. Так художнице удалось передать ускользающую красоту зверей. Выставка, которая стартует именно в Сочи, уже в сентябре отправится в Москву, а затем посетит все города России, но в первую очередь те, в которых были написаны полотна. Сочи автотрансу 20 лет. На сегодняшний день это одно из самых крупных предприятий курорта, которое обслуживает сразу 104 маршрута. Торжественное мероприятие в честь юбилея прошло в Доме культуры Центрального района. Сочи автотранс начал работу 8 апреля 1997 года. За 20 лет был пройден долгий путь от 12 поддержанных автобусов до 366 транспортных единиц, выполняющих ежедневно 3500 рейсов, перевозя более 60 тысяч пассажиров. За 20 лет, конечно же, предприятие разрослось, увеличился парк, увеличились автобусы. Несколько раз этот парк менялся. На сегодня мы видим работу на линии больше 300 автобусов. Они новые, большие, с кондиционерами, оборудованы аппарелью для людей маломобильных. На сегодняшний день компания «Сочи Автотранс» оказывает пассажироперевозки на участке от Магри до поселка Веселое, а также является транспортным оператором большинства проводимых в Сочи крупных мероприятий. Зимние олимпиады, хоровых игр, экономических форумов, военных игр, Формулы-1, домашних матчей хоккейного клуба «Сочи», впереди еще Кубок Конфедерации и Чемпионат мира по футболу. Кстати, к этому времени в автобусах должна появиться новая система оплаты проезда. На ближайшее время будет введена система и безналичного расчета, что, конечно, будет более удобным и современным, скажем так, способом оплаты проезда в наших автобусах. Планируется в следующем году обновление парка, то есть добавится еще какое-то количество новых автобусов. Ну и, конечно, сейчас предприятие активно работает над культурой обслуживания. Сегодня на предприятии работает почти 1000 сотрудников, 700 из них – водители. Также в тестовом режиме с недавнего времени на линии начали трудиться и кондукторы. Компания активно работает не только над техническим оснащением, но и над имиджем. Ведь именно по работе общественного транспорта зачастую можно составить мнение о городе. Ольга Десятова, телекомпания ФКТ. Ровно 2 года назад в нашем городе появилась современнейшая медицинская лаборатория «Оптимум». Новейшее оборудование и знания специалистов помогли десяткам тысяч сочинцев и гостей курорта получить полную картину состояния собственного здоровья. Уже тогда в планах на ближайшие годы была не просто диагностика, но и лечение заболеваний. Доверие пациентов ускорило появление новой клиники в Сочи. Задачей открытия медицинского центра ставили уже не инвесторы, а ставили пациенты, которые приходили к нам в лабораторию. Вот, потому что было важно понимать, что же хочет клиент, что хочет пациент. Пациенту в возрасте от первых дней жизни до крайне почтенных лет теперь готовы предложить не просто комплексное обследование, где будут выявлены уже существующие проблемы. Благодаря собственным, постоянно обновляющимся методикам, специалисты клиники «Проксима» обладают возможностями определить причины возникновения болезней. При этом каждый пациент получает ведущего врача, который курирует обследование различными узкими специалистами. Клиника – это не там, где лежат, как многие думают, а клиника – это там, где дают знания продолжающиеся поколения. Вот у нас сейчас в лаборатории, медицинской лаборатории «Оптимум», доктор медицинских наук и 4 кандидата наук. И наши сотрудники уже сейчас, наряду с тем, что они работают, они обучают студентов. И при открытии медицинского центра к нам в коллектив еще вливается еще 3 кандидата наук. То есть у нас уже достойный научный медицинский центр. Дополнительная проблема, столкнувшаяся с онкологией и новообразованиями в городах периферии. Теперь по многим хирургическим случаям отправляться в Краснодар или Ростов не потребуется. Профилактическая хирургия доступна в Сочи. Многие считают, что хирург, он удаляет то, что уже как бы нельзя лечить медикаментами. Но в хирургии есть такое понятие, как пункция, как взятие биопсии. Это когда, если у человека выявлена какая-то
какое-то образование нужно диагностировать, что это опухоль, предопухоль, заболевание или вдруг уже развился рак, то нужно пунктировать. Как раз хирург в нашем медицинском центре будет пунктировать щитовидную железу, будет пунктировать молочную железу, лимфатические узлы, печень, как раз таки с целью выявления предонкологических состояний. В случае с заболеваниями, когда отечественная медицина не способна помочь, в клинике «Проксима» готовы предложить комплексное обследование и дистанционную консультацию, по итогам которой пациент будет знать, к какому специалисту поедет и в какую сумму обойдется операция. План лечения будет согласован без выезда из страны. Есть у нас большие связи с медицинскими клиниками Израиля, которые готовы принимать результаты наших обследований, готовы принимать результаты наших лабораторных данных и так далее. И от нас прямиком будут ехать пациенты в Израиль, допустим, на лечение тяжелых заболеваний крови, каких-то раковых заболеваний. Медицинский клинический центр «Проксима» находится в Адлере в здании бизнес-центра «Офис Плаза». Галина Моисеева, телекомпания ФКТ. И в завершение информация от партнеров программы. Стоматология «Скаковский» работает по принципу 3П – порядочность, последовательность, профессионализм. Оказывает все виды стоматологических услуг. Ну а все новости уже на нашем сайте fkt.com. В студии была Инга Габейшая. Спасибо за внимание и до встречи в эфире.